Астрономический календарь – самое интересное астрономическое событие февраля, которое можно увидеть на звездном небе. 1 февраля – сближение Венеры, Марса и Луны на вечернем небе. 4 февраля – Луна в фазе первой четверти. 5 февраля – в течение всей ночи Луна будет проходить по рассеянному скоплению Гиады. 11 февраля – полнолуние и полутеневое лунное затмение. 11 февраля комета 45P Хонды-Маркоса-Пайдушаковой пройдет на расстоянии всего 0,08 астрономической единицы от Земли. 15 и 16 февраля Луна вблизи Юпитера и Спики на утреннем небе. 18 февраля Луна в фазе последней четверти. 21 февраля Луна окажется в 3 градусах к северу от Сатурна на утреннем небе. 26 февраля – новолуние. 27 февраля Марс пройдет в половине градуса к северу от Урана на вечернем небе. Ясного неба и успешных наблюдений. Партнер проекта Astro Channel – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта planetarium.ru. Получи скидку на всю продукцию по коду 2017.